Запомните эту минуту навеки. Да будет прекрасна она. Теперь вы не просто жених и невеста, теперь вы муж и жена. И пусть вас обходят любые напасти, пусть пламя не гаснет в крови. Желаю здоровья, желаю вам счастья, желаю вам крепкой любви. Жили каждый своей жизнью. Но условия этого форума, одно из заданий – познакомиться с совсем незнакомым тебе человеком. Утро у меня замечательно, прекрасно, несмотря ни на что. Он смотрит телефон, ты говоришь по телефону, а ты… И вот видите, судьба. Как бы мы ни пытались ее изменить, у нас все давно предначертано. Они выбрали друг друга. Они поговорили, они познакомились и обменялись мобильными телефонами. На этом все, в принципе, оборвалось. Но на следующий день телефонный звонок. В нашей семье прибыла теперь наша доченька вместе с Антоном, вот, который добавился в нашу семью. Хотя с нашей семьи убыла, потому что она теперь не Михеева, а Пивкина. Благословляем вас, совет да любовь, живите дружно, любите друг друга. Всего наилучшего. Я хочу вам пожелать, чтобы ваша дорожка жизненная, чтобы ваш жизненный путь был ровным, без крутых подъемов и спусков, чтобы не было и крутых поворотов, чтобы все у вас было гладко, сладко и хорошо. Антон очень хороший, Оксана потрясающая, он лучший вообще человек для меня, и я так рада, что он выбрал тебя, и он к тебе на самом деле очень... глубоко в тебя пророс, потому что столько вы пережили, и он все-таки как бы принял это решение. Я очень рада, потому что я хочу, чтобы с моим мальчиком была достойная, милая, замечательная, любящая, заботливая, красивая, просто волшебная такая вот принцесса. Ты неподражаемая вообще сегодня, обворожительная. Короче, ура! Вы такие классные! Осенью 2019 года Антон пригласил поехать в Питер на мероприятие по инвестициям. Но это была не главная цель, насколько вы понимаете, поездка. Антон пригласил вечером поужинать в ресторан с панорамным видом на город. Заведений было очень много людей. Но обстановка не располагала, не романтично, громко. И тут они уходят с этого ресторана, вызывают лифт. Насколько понимаю, с восьмого этажа они спускаются вниз. Поворачивается Оксана, чтобы привести себя в порядок, поправить прическу, платьице. И видит, что Антон опускается на одно колено. И со словами: «Оксана, ты выйдешь за меня замуж?» Она не знала, как реагировать. Но Антон, как всегда, взял все за бразды свои руки, одел ей быстренько кольцо на палец, двери открываются, люди смотрят на все происходящее, они выходят с этого лифта, она не знает, как реагировать, вот именно так, только в такси она понимает. И здесь началась поистине настоящая истерика. И как вы понимаете, что она ответила взаимностью, она ответила ему «да». Берете ли вы в жены Оксану? Обещаете ли вы любить ее, оберегать, сидеть и защищать ее, и быть верным ей во веки веков? Ваш ответ
Да, конечно. Берете ли вы в мужья этого человека? Обещаете ли его также любить, оберегать, чтить, защищать и, наверное, поддерживать абсолютно во всех его авантюрах? Это очень важно. Что бы он ни придумал, и быть рядом с ним... Он попросил меня это сказать, да. Чтобы вы прилюдно сейчас сказали. И ваш ответ? Да! 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 Ну и вы можете уже наконец-то поздравить друг друга первым супружеским поцелуем! Ну и разрешите при ваших гостях объявить вас мужем и женой! Самое главное, я хочу вам пожелать это взаимопонимание. То есть любовь любовью, но уважение должно быть всегда. Вы должны быть преданы не только в любви, но и в своих заботах. Помогать друг другу, воспитывать детей вместе, понимаете? Если вы всегда будете делать все вместе, конечно, вы будете спорить, что-то делать, но вы должны всегда прийти к единому мнению. И, конечно, Оксаночка, я хочу тебе пожелать, чтобы ты, ну вот муж сказал, да, это его слово, он прав, да? Но! Всегда последнее слово за женщиной. Опа! Женщина! Это кто сказал? Это опыт! А, все, понял. Я хочу сказать, вот Лариса Ивановна, моя жена, она все правильно сказала, что надо вот, как муж сказал, так и делать. Эй, дядь, успокойся. Отлично. И он это сделал. Это 11 этаж. Тихо. Стол! Это танец победителя! На грузке всемирная сеть нам двоим достался. Один парашют, значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас. Ты так прекрасна. Ты так прекрасна, моя любовь.
говорят у нас на Кубани, сын – это не сын, два сына – это сына, а три сына – это сын. Поэтому я вам желаю сына. Я тебе скажу, что мы ни разу, я в частности, и Паша наш с тобой коллега, мы ни разу не пожалели, что мы работаем с тобой, и каждый день мы только счастливы и все больше и больше рады, что ты с нами, и мы с тобой. И Антон, кстати, это, не знаю, он газует, он просто паровоз, он всех за собой тянет в какой-то степени, и нас тянет. Где-то мы можем там сидеть в зоне комфорта, а он: «Вы чего, давайте». Повыше шар, подходите и на счет три лопайте. Раз, два, три. Девочки! Like sugar and spice. So good! So good! I got you! Wow! Ну, на этом, пожалуй, и все. Присаживайтесь. Yes, yes, yes. Почему Антон решил жениться? Потому что вкусно готовит. Пришло время, приворожило зимой одному холодно. Я думаю, пришло время, конечно. Так, пришло время. И это был неправильный первый ответ. Правильный, правильный, конечно, ответ. Чем Антон покорил все-таки Оксану? Харизмой, мужеством, красивой попой, заботой. Но... Что Оксана любит делать в свободное время? Сидеть в Инстаграм, спать, выносить мозг Антону, читать. Я могу. Все варианты подходят. Оксана, а как ты называешь своего Антона? Она спит. А можешь дать трубку Антону? 5, 4, 3. Первая покупка после свадьбы. Кровать, ипотека, путешествие, шуба. Ипотека? Да. Они выбирают ипотеку? Я выбираю ипотеку. Вы как молодой новый механизм. Каждый механизм должен притереться сначала. Притереться. Не гоните. Не гоните. Пусть шестереночки, болтик с гаечкой притрутся. А потом можете ускоряться. Вот так 13 лет вместе! Я очень горд, потому что я являюсь как бы частью этой истории любви. Я просто сейчас хочу смотреть, как вы целуетесь, как вы обнимаетесь, лупитесь в десны, гоняете слюни. Просто давайте горько, я хочу на это посмотреть. Я очень этому рад. Следует перевод. Горько! Говорят, что там, чтобы не было проблем, они будут. Будет много разных ситуаций.
Будет много сложных ситуаций, на которых вы будете расти. Вы будете их проходить вместе и будете становиться сильнее. Они будут для каждого из вас, они будут для вас по отдельности, но проходить вы их должны вместе. И вот именно в этом и будет заключаться ваша семья. Я бы вот хотел сказать, какая бы ситуация у вас ни была, что бы в жизни ни происходило, вы должны знать, что аксиома для вас жизненная, что вы вместе, и это не может измениться. Что бы ни происходило, есть эта аксиома, от которой нельзя отходить. Это не надо доказывать, это есть. ₽3000. Не, нормально. 10 000 2. А что ответят? 10 003, конечно. А, то есть ты даешь 10 003 рубля. Раз. 11 000 ты дал. Завтра посмотришь это видео, схватишься за голову. Ой, дурак, я дурак. Но этого не будет, естественно. 11 000 рублей, 3 проданы. Ты забрал его!